Всем привет, ребят, с вами Анна Голд. Сегодня у нас пришла такая посылочка. Это у нас 3D-ручка. Давайте уже скорее открывать. Итак, я уже открыла. Давайте посмотрим. Смотрите, сколько расходников у нас здесь. Вот такие радуга. Классно, потом рассмотрим. И здесь у нас опять коробочка. Сейчас я достану. Вот, пусто. Здесь у нас сама 3D-ручечка. Вот. Я заказывала ее розового цвета. Так, посмотрим. Тут у нас тоже расходники. Это у нас зарядка. Инструкция тоже есть. И сама наша розовая ручка. Какая она красивенькая. Так, вот пакетики. Вот. Такая бело-розового цвета. Ручка наша. Здесь вот инструкция. И ручки, кстати, тоже есть. Давайте посмотрим теперь эти расходники. Какие же здесь у нас цвета. Открываем. Они у нас здесь в одном пакете. Обычный пластик такой. Здесь у нас желтый, ярко-желтый цвет, оранжевый, белый. Это очень нужный цвет, как и телесный почти. Вот такой, даже немного кофейный. Красный, темно-розовый, светло-розовый, черный, серебристый, еще желтый. Такой тут у нас чуть темней. Два желтых, ладно. Какой-то такой немного золотистый, можно сказать. И здесь у нас вот такой зеленый, ярко-зеленый, как почти желтый, и такой бирюзовый. Нет, вот, наверное, золотой тогда. Классно. Здесь у нас два лиловых цвета. Светло-лиловый и темно-лиловый. И голубой, и синий, да. И светло-телесный. Вот у нас два телесного. Вот сколько их здесь еще. И вот эти пакетики. Здесь у нас тоже вот такой вот серебристый, оранжевый и красный упаковки. Давайте откроем. Вот он у нас, ой. Запутались. Это у нас PLA, а это ABS. Такая вот разновидность. Это, кстати, глянцевые, а эти у нас матовые. Вот что я заметила. Первые. Вот. Надписи. Это от этого, от этого, от вот этого. Делаем мороженку. Верхушечку.